Спасатели откачали воду из почти 250 домов, которые подтопило после сильнейших ливней в Большом Сочи. Такие данные приводит пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Из зоны подтопления вывезли уже 2,5 сотни тонн мусора. Аэропорт, железнодорожный вокзал и социально значимые объекты работают в штатном режиме, а снабжение домов газом и водой возобновили в полном объеме. За ходом восстановительных работ наблюдает Александр Руденко. Водное такси дети в поселке Мирном воспринимают как аттракцион, хотя взрослым не до шуток. Первые этажи домов затоплены до сих пор. Вам нужна еда, вода? Консервы, хлеб, печенье и вода. Минимальный набор продуктов волонтеры развозят прямо по домам. Гуманитарную помощь собирали силами местных бизнесменов. Воду, вот эту, всю воду отсюда надо убирать. Потому что очень высокий уровень грунтовых вод, и вода из домовладения не уйдет, пока мы не откачаем озера. Ход работ оценивает на месте министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Вслед за главой ведомства к месту ЧП прибывает и дополнительная помощь. Двумя самолетами МЧС в Сочи доставили несколько водооткачивающих машин. Сейчас организовано проведение аварийно-восстановительных работ. Работает группировка сил более 1600 человек, более 400 специализированных автомобилей, это пожарная техника и специализированная техника, потому что в зонах, в низинах скопилось большое количество воды, очень высокий уровень грунтовых вод, и мы планируем в течение суток завершить откачку и расчистку основных магистралей в зонах затопления. На городских улицах коммунальщики, спасатели и волонтеры разбирают завалы. К ликвидации последствий стихии на территории Адлерского хлебзавода привлечены военные. Хлеб в район теперь привозят из центра Сочи. На реанимацию производства потребуются колоссальные средства. Вот такие мини-свалки сейчас на всех улицах Адлера. Люди выбрасывают бытовую технику, мебель, детские игрушки. Вот музыкальный центр, диван, матрас. Все, что уничтожила стихия. Комиссии, оценивающие нанесенный ущерб, местные жители называют разные цифры. Утонула ведь не только мебель и бытовая техника, но и сотни автомобилей. Городские власти пообещали обеспечить ремонт машин за счет бюджета. Скоро начнется и выплата единовременных компенсаций. 10, 50 и 100 тысяч рублей каждому пострадавшему. Работают 3 штаба в круглосуточном режиме с телефонными линиями по организации и обеспечению выплат людям. Первые выплаты начнутся в понедельник. Сейчас идет их ксерокопирование, подготовка этих документов к осуществлению людям выплат. Кроме краевых выплат предусмотрены компенсации и из федерального бюджета. Параллельно ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже откачано около 500 тысяч кубометров воды, вывезено 240 тонн мусора. Полностью привести курорт в порядок власти обещают к середине следующей недели. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки и Светлана Наливайко. Вести, Сочи. Москвичам сегодня.